празднованию Святой Пасхи Ирбитский хлебозавод испек более 20 тысяч хлебобулочных изделий, без которых не обойдется ни одно воскресное застолье. Это пасхальные кексы и, конечно, куличи. Кондитеры хлебозавода также подготовили для покупателей тематические торты. Освещение пасхальной продукции стало традицией на Ирбитском хлебопекарном заводе для того, чтобы жители более 10 городов и районов имели возможность во время пасхального обеда отведать освященный кулич.